А в выставочном зале Национального художественного музея открылась персональная выставка художницы Туяры Шапошниковой. Главной объединяющей темой экспозиции под названием «Средний мир» стала родина предков, а точнее село Хамагатта Намского района, откуда родом сама художница и ее семья. Персональную юбилейную выставку и произведения, над которыми она трудилась в разные годы своей жизни, Туяра Ефимовна посвятила своей маме Ольге Васильевне Шапошниковой. Уже с понедельника жители и гости Якутска смогут насладиться работами. Мои работы, они связаны действительно с природой, с каким-то как бы настроением определенным. Да? То есть я не делаю каких-то сюжетных композиций, которые что-то конкретно рассказывают. Они больше такие какие-то образные. Да? Поэтому вот для каждого художника есть какая-то определенная тема, которую он развивает всю свою жизнь. Да? Вот. Ну, естественно, моим вдохновением это вот «Мамина деревня», Хамагатта, этот Артус Айлык, сама мама. И вот здесь вот есть работа, которую вы видите, новая гравюра, которая показывает двух женщин, это бабушку и мою маму в детстве.